Вижу мир. Интересные факты. Шри-Ланка. Пик Адама на Цейлоне – место, где находится святыня сразу нескольких религий. На вершине этой скалы находится странное углубление, напоминающее отпечаток стопы человека. Коренные жители считают его следом Будды. Индуисты убеждены, что след принадлежит Шиве. Мусульмане верят, что тут прошел пророк Мухаммед, а христиане отдают предпочтение святому Фоме, крестившему эти места. Символом Шри-Ланки является слон, которого там очень почитают. Купить слона на Шри-Ланке можно за 100 тысяч долларов. Вам даже выдадут на него специальные документы. Новый год на Шри-Ланке празднуется согласно лунному календарю и обычно приходится на апрель. Удивительно то, что Новый год приходит в страну не сразу, а лишь спустя несколько часов после старого. Но на Гатайе так называется временный вакуум между окончанием старого и началом Нового года. Шри-Ланка прославилась на весь мир добычей драгоценных камней. В основном их добывают возле города самоцветов – Ратнапуры. Сапфиры, топазы, турмалины, рубины, лунный камень, тигровый глаз, кошачий глаз. Самый ценный – сингалит. Это камень желтого цвета, названный в честь коренного народа Цейлона. Поделись этим видео с друзьями и не забудь подписаться на канал. Будьте осторожны при просмотре. Подписавшись на канал, вы рискуете узнать любопытные факты.